Повод значимый собрал в одном месте на территории Международного волонтерского центра юных спасателей пожарных, представителей местной вертикали власти, а также руководящий состав органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям области. Внедрение нового пожарного оснащения – событие крупного масштаба, а главное – значение. Современная техника, прибывшая на Брещину – это 7 полноприводных автоцистерн, зарекомендовавшего себя белорусского производителя МАЗ. Машины приобретены Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Уникальная техника даст возможность тушить пожары на больших площадях, что немаловажно, без установки на водоисточник. Машины позволят спасателям работать в труднодоступных местах на значительном удалении от подразделений МЧС. Сегодня мы вручаем нашим подразделениям тяжелую аварийно-спасательную технику, которую с большим воодушевлением принимает личный состав, поскольку она отвечает требованиям сегодняшнего дня и бесспорно повышает боевую готовность подразделений. Спасибо вам за решение данного вопроса. Позвольте, товарищ министр, пригласить вас для вручения ключей от автомобилей командирам гарнизонов. Кульминацией официального мероприятия стало вручение министром ПЧС Владимиром Ващенко ключей от автомобилей. Новые автоцистерны попали в боевой расчет Брестского, Березовского, Лунинецкого, Ляховического и Столинского районных отделов по чрезвычайным ситуациям, подразделений Барановичского и Пинского горрайотделов. Помимо этого, техническая база структуры пополнилась машиной с пожарно-насосной станции, а также специальным легковым автомобилем. Эта техника позволяет нам более эффективно тушить пожары, не тратя время на поиски воды. И она очень серьезно нам помогла в летнее время при тушении лесных, торфяных пожаров. И это плановое оснащение было поддержано главой государства. Правительство выделяет необходимые средства, и мы постепенно перевооружаемся. Торжественная церемония завершилась награждением наиболее отличившихся работников органов и подразделений ПЧС Брестской области. Переходящий кубок был вручен главе Брестского городского отдела ПЧС Виталию Кулиничу за победу коллектива отдела в областной спартакиаде УМЧС в общем командном зачете. После окончания торжественной части состоялось заседание коллегии Брестского областного УМЧС, в ходе которого были подведены итоги 2015-го. В целом работа спасателей заслужила высокую оценку. Огнеборцы успешно выполнили возложенные на них задачи, таким образом достигнув стабильной обстановки в области. С учетом нюансов в разных направлениях деятельности был составлен новый план на текущий год. Крупных чрезвычайных ситуаций не допущено в области. И несмотря на ту очень сложную погодные условия, которые складывались в прошлом году, особенно летом, значит, удалось локализовать эти, значит, последствия пожаров, которые особенно на Столинщине были. Это радует, боеспособная у нас служба. Кроме того, вот те, значит, ураганные ветры и другие погодные условия, которые складывались, также проблем больших не было. София Бережная, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.